Ну что же, всем привет, с вами снова я, Артём, продолжаем проходить Ninja Gaiden Sigma 2. И у нас глава номер 15. Уже в этой главе мы, в общем-то, попадаем в этот самый наш подземный мир. И до конца игры, в целом, совсем-совсем чуть осталось нам. Буквально тут, не знаю, по-моему, боссов этак 5 где-то, да? Нет, 4. 4 босса, и у нас дальше стартует уже следующая глава. А здесь у нас первый босс, это, соответственно, Марбас. То есть тут у нас броненосцев уже не будет. И то хорошо, кстати. Потому что они мне немного так выбешивают, если честно, в этой игре конкретно. Потому что здесь нету сюрикенов тех же самых, которые эти разрывные. С ним бы они вообще проблемы представляли. There you are, Dragon Ninja. You. Now this is ironic. I never expected you to come to the underworld of your own free will. Ironic? I don't care what you call it. Stay out of my way. Such a fool. I'm not going to let a perfectly good chance for revenge slip through my fingers. The time has come to settle scores. Ну, в общем-то, им помогают эти демоны наши, которые у нас в Клизии были. Против них я советую использовать Нинпа. Вот разрыв... это... соответственно, этих клинков. Потому что с него они довольно так неплохо ложатся, как видите. А, и вообще, я на него советую использовать Dragon Sword. То есть настоящий меч дракона. Потому что посох ему, конечно, много снимает, но Dragon Sword все-таки побольше. А, сейчас мы его себе эквипнем. Вот так вот. И смотрите, та самая комбо, которая была, по сути, на Геншине. Как видите, куда больше оно снимает. Плюс также на Dragon Sword можно даже не уворачиваться от его этих атак. Можно просто заряжать первого уровня супер. Вот так. То есть, видите, пока он крутится, я его успеваю все-таки зарядить. И очень даже так неплохо снимаю. Он уже пол хп ему сбили. И он даже не успевает, видите. Можно даже ему напрямую подходить. То есть он не успевает делать этот захват, насколько я понимаю. Используем Нинпа. Ох, один выжил, посмотри-ка. Ну тут, в общем-то, надо было от него уворачиваться. Изуна, естественно. И сейчас нам совсем чуть остается. Мы уже больше половины, вы видели, да, снял. Все-таки на мече его куда быстрее валить. Сейчас он еще призовет, естественно. Так, давайте-ка. Вот так вот, хорошо. Сейчас, наверное, все. Да, всех зацепил. Еще раз. Но, может, я опять же говорю, что к нему прям вот напрямую подходить. Это особо ни на что не влияет. И сейчас пойдем дальше. Следующий у нас, в общем-то, претендент на убывание, соответственно, Зидониус. И глава, как видите, в целом довольно маленькая. То есть, как она была и в оригинальном НГ. Также она, по сути, здесь не особо большая. На Зидониус, соответственно, я использовал ту самую тактику, которую я еще использовал в Кремле. То есть, ну, с тактикой именно с парированием, которая... Так, здесь у нас рыбки. Ёлки-палки. Давайте-ка вот так вот сделаем даже. И в целом, тут я все решил пробегать, потому что вообще я как бы не прохожу, как вы знаете, на рейтинг. Да и в целом тут вот при прохождении как бы Мастер Ниндзя первый раз, здесь у вас рейтинга нету. Поэтому как бы... В целом, я об этом не жалею, что я там демонов не убил. И сейчас
В общем-то, вот прямо у нас сейчас будет тут Зидониус. Единственное, что вот эти вот марионетки. Тут, кстати, как вы помните, в оригинале были собаки. Вот в этом именно месте, где вот сейчас марионетки. И, в общем-то, Зидониус. Тут у него, опять же, будут эти рыбки, которые, эти, типа духи какие-то там. Вот так вот мы их сейчас все приманим. Нужно этот лягушский посох взять. Какой лягушский цеп, говорю. Вот так, хорошо. По-моему, все, да. И, по сути, Зидониус. Второй наш тут босс. Опять же, не особо такой уж прямо сложный. Давай сейчас поправим себе немного ки. Тут же еще, кстати, большая лечилка есть. Ну, что-то как-то тут, правда, я не знаю, либо у меня очень много этих эссенций было. Да и, по сути, тут скилл очень сильно решает, да, как-то. Ну, а в целом, вот эти все последние уровни, как бы вот в этом в подземном мире, они как-то не очень мне сложными показались. По сути, хотя я уже как который раз вон мастера прохожу. Еще как бы об этом говорю. Странно очень. Here in the underworld, our power is absolute. Ну, в общем-то, Зидониус абсолютно вся та же самая тактика, как я уже сказал. Единственное, что теперь у нас здесь на мечи уже третьего уровня. И, по-моему, у него здесь жизни столько же, сколько и в этом, в обычном мире. Захват. И вообще, очень даже хорошо его так тут порубил. Ох. Тут только немного не получилось. А сейчас еще не парировал. Странно. Еще раз. Лазером своим. Давай. Вот он очень часто под конец начинает этим лазером просто спамить. Сейчас я не знаю, что с ним произошло. Но, как тут видите, то он взлетает. Ну, примерно, когда вот вы ему пол хп сносите в подземном мире, он очень часто использует лазер. Это не часто, а почти всегда. То есть вот с пол хп он именно постоянно просто турбит лазером. И у нас почти что уже завершена, получается, эта глава. Так, тут нам надо только этих осьминожков убить, как я понимаю. Или нет даже. Не надо. Значит, сейчас мы сохраняемся. Сейчас мы тут откроем вот эту рыбки. Ага. Полечимся. И пойдемте-ка мы дальше. Сейчас у нас будет Вульф, уже, соответственно, последний босс. Но тут у нас, опять же, только рыбки. В общем-то, в этом лесу. Убиваем одну, берем эссенцию. Эх, не успел. Немножко. Вот какие хитрые-то, а? Смотрите-ка. Рыбешки-то эти. И вот они не подходят, главное. То есть, ну, они не успевают, по сути, ко мне, когда я вот еще бью этим супером. Видите, то есть, да? На самом деле, очень обидно. Так, ну и, по-моему, все. Да, на этом все. Идем дальше. Тут у нас будет сундучок с, по-моему, эссенцией или чем-то там таким. Сейчас залечим сейки, потому что нам это на ульфе нужно будет. Берем шарики наши. И берем два меча, но на самом деле лучше всего взять тут косу. Потому что кентавров этих все-таки проще всего с нее убивать. Даже можно было там нинт не использовать. Ну да и ладно. В общем, так будет все равно попроще. Вот здесь у нас, по-моему, здесь эссенция какая-то, да, лежит. Ну тут на всякий случай взял посох, потому что может быть... А, ну да, тут рыбки. Да, тут рыбки могут быть и эссенция. Точно.
И, в общем-то, сам Вольф, по сути, абсолютно та же самая тактика. То есть, вперед треугольник на нем, именно на нем, перед кентаврами, естественно, советую использовать нимпа. Как бы. И единственное, что здесь вот в чем отличие, то что здесь сначала кентавр, потом он появляется. А в оригинале, как вы помните, он вместе с кентаврами прям появлялся. You shall kneel before the true might of the greater fiends. Infernal abyss of annihilation. И Вульфик наш, в общем-то, естественно, сразу фаербол используем. Еще раз. Добиваем. И, но тут я уже не стал их особо использовать, потому что один остался, как видите. Это мы, естественно, без проблем зарубим. Берем два меча, опять же. И, в общем-то, Вульф, соответственно. Ничего, опять же, сложного в этой тактике нету, вот абсолютно. Еще хорошо, что он здесь не делает вот этот таран после своей каждой атаки, кстати. И, по сути, на этом у нас 15-я глава пройдена. С вами я могу прощаться. С вами был я, Артём. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, оценивайте, комментируйте. Вступайте в группу ВКонтакте. Подписывайтесь на Твиттер. Зовите друзей. Всем еще раз спасибо и до свидания. Всем пока. Yeah.